Еще один театральный коллектив, пользующийся любовью петрозаводчан, это труппа Национального театра, главным режиссером которого вот уже четвертый год является Владимиров Леонид Михайлович. Этот человек интересной творческой судьбы отмечает свое 60-летие. Леонида Михайловича знают и помнят в Театре Ленсовета и в Русском театре драмы в Вильнюсе, где он служил не один год. Есть мнение, что обладает только умом и талантом слишком мало. Надо иметь еще энергию, реальный интерес, чистоту мысли и чувство долга. Все это у Леонида Владимирова есть. А значит, творите, дорогой юбиляр, и радуйте нас, зрителей. С днем рождения, Леонид Михайлович! Расписание.